Всем привет, девочки мои! А сегодня у нас что? Сегодня у нас распаковочка с примерочкой. Любимый Василёк пришел. И мне уже не терпится посмотреть, что там. И вам тоже не терпится. А там много чего интересного есть, я вам хочу сказать. Но я так вот надеюсь, что это интересно. Так, раскрываем упаковочку быстренько, посылочку. Посылочка компактная, потому что там у нас что? Трикотаж. В основном заказывают трикотаж, а он у нас компактный. И хотя здесь немало у нас чего хорошего есть. О, сколько всего. Вот. Вытаскиваем, все вытаскиваем. Все укомплектовано, прямо утрамбовано, можно сказать. Ой, сколько всего разноцветных вещей. И накладная. Так, посмотрим, что у нас тут такого. Ну что, девочки, начнем. Я заказала на этот раз вещи не только себе, так как у нас тут праздники 23 февраля, 8 марта, в общем, куча праздников. Поэтому я заказала еще подарки и сыну, и его семье. Ну, давайте начнем сначала для подарков мне. Заказала я себе три вещи всего, 54 размера все они. И начнем с первой вещички. Платье «Джунгли», темно-синий, стрекоза. Артикул 00-80-670. Так, ну и это у нас что? Это у нас кулирка, трикотаж. Солидный, по-моему. Раскроем, да посмотрим. Сейчас определим. Сейчас мы точно определим, что это. Так, коротенький рукав. На рукаве вот такая вот манжетик. Манжетик. Вспоминала, как называется. Так. Дальше что? Она прямая, будет просторная, очень хорошо. И внизу такие вот, видите, как заворотики, разрезики с такими заворотиками. Все. Это вот для дома то, что нужно. И как раз то, что я для вас снимаю тоже. Вот что-то будет, может быть, аналогичное этой вещичке. Так, что я тут вижу? Состав 100% хлопок, материал кулирка. Да, я не ошиблась, совершенно верно. Вот такая вот красивая туничка. Мне нравится этот цвет. Цвет такой синий, такой он какой-то благородный, как индиго, да, типа. Вот, ну, в общем, я не знаю, о ней больше сказать нечего. Надо просто взять и померить, да. Давайте померяем. Следующая вещичка у меня — это халатик. Халатик тоже 54 размера, хлопок 100%. Так, и это тоже кулирка. Халат на молнии. Это я помню, что на молнии. И, ну, я люблю на молнии вообще, на самом деле. И рукав должен быть коротенький. Да, так точно. Вот видите, вот такой вот манжетик на рукаве, обшито вот таким вот. И вот такой вот впереди. Халат прямой. Внизу он тоже прямой. Совершенно прямой. И внутренние кармашки вот они есть. Такие. Раз. И все. В общем, классный. Классный. В общем, аналогично, честно говоря, аналогично этой туничке, как бы такой вот фасончик. Но он на молнии и удобно. Раз-раз его. И открыл-закрыл. Свеженький такой цвет, как раз сейчас уже теплеет, у нас уже весна вовсю, полный рост весна. Вот, ну, как раз вот такой весенний, летний, такой классный вот халатик. Свеженький такой цвет, ну, для разнообразия взяла вот такого светленькой такой расцветочки. Так, халат называется «Анастасия, брусника, трикотаж». Все, артикула нету, просто буква «М», «Анастасия, брусника» написано. Все, меряем, девочки. Все.
А что еще у меня? О, как раз губной помаде подходит, да? Это сарафанчик. Сарафанчик модель ДПТ55К. Хлопок 100%. И это тоже, девочки, кулилка. Но так как у нас скоро будет вообще жара, жара будет жарища в комнате. Потому что батареи у нас топят, как положено, до 15 апреля. Но у нас уже на улице тепло, а дальше будет еще теплее. Поэтому я беру уже что-то такое полегче, даже без рукава. И вот такой вот сарафанчик. Вот такие, видите, бретельки сверху. Тоже кулирочка. Дальше он идет вот так. Небольшая тут присборочка идет на резиночке. Вот так раз-раз. Ну, дома без лифа, короче говоря, можно носить. Вот такие симпатичные кармашки с бантиком. Тоже на присборочке, на резиночке. Вот тут два кармашечка. И внизу просто обшито, обстрочено. Сарафанчик прямой, но он к низу немножко идет расклешенный. И вот такая веселая расцветка маки. Мне нравится, славный такой. Везде вот это обстрочено, такая вот каемочка. И цвет он такой, как не красный этот даже цвет, а такой вот как оранжево-красный какой, терракотовый. В общем, цвет маков, в общем, такой какой-то цвет, интересный. Ну, это надо померить и посмотреть, да, мои хорошие, как это будет на мне смотреться. Но для дома, во! Так, ну а дальше у нас покатили подарочки, девочки. 23 февраля, вот просто вот это видео уже выйдет прямо на следующий день после 23 февраля. На самом деле 23 февраля будет завтра. И как раз я сына поздравлю, вручу ему подарки. Значит, начнем тогда с подарков для сына. Заказала я ему две футболочки. Одна вот такой расцветки, мне она понравилась, эта расцветка. Очень она интересная такая. И ему вот этот голубой цвет, он тоже подойдет. Футболка мужская Иван, бирюза, дым. Артикул 00-76-195. 56 размер заказала, потому что мы брали 54, иногда ему он как бы впритык, что ли. Решили вот посвободнее взять. Решили, потому что мы с сыном выбирали вместе. Я, конечно же, советовалась с ним для того, чтобы, ну, не выбрать такую расцветку, которую носить не будет. Поэтому я смотрела вместе с ним, ему показывала, какие варианты, чтобы он из них что-то выбрал. Вот. Но это все тоже трикотаж, кулирочка. В общем, достаем. Во какая футболочка. Симпатичная такая расцветка. Мужчина, он крупный у меня сын, поэтому я думаю, ему этот размер подойдет. Я думаю, будет ему хорошо. И расцветка тоже ему должна подойти. Ну, а пошита фасон, как обычно, как футболка. Ну, вот такие вот расцветочки стали сейчас делать, и они очень классные. Но при том, что это чистый хлопок, это кулирочка. Еще одну футболочку я заказала вот такой расцветки, ну и тоже вот она с надписью. Тоже мне не терпится ее сейчас вам показать. Давайте, девочки, посмотрим вторую футболку. Я ее распаковала, и она 54 размера. Я ошиблась, это вторая футболка, я себе заказала. Это такая же, как у меня черная есть, только это бежевая, вот она. Вот с таким вот горлом, помните, черная и с белой надписью. А теперь я решила взять такую не белую, а бежевую.
потому что весна, потому что хочется посветлее вещи, при том, что у меня теперь куртка не черная, а у меня теперь бежевая куртка, ну такая пыльная роза. И, в общем, к ней вот с таким вот небольшим горлышком будет футболочка. Футболочка такая же, с длинным рукавом, тоже здесь вот такие вот эмблемки. Вот. И здесь состав 95% хлопок и 5% лайкра. Футболка модель F241/1 бежевый цвет. Все. И эту тоже мы футболочку примерим тоже. Так, ну еще я сыну заказала трусишки, нижнее белье. Это он сам заказал, сам попросил, чтобы я заказала. Вот, ну и я не буду вам там сильно их показывать. В общем, они по две штуки продаются. Вот эти вот называются мингли. Там 90% хлопок. И туда еще входит в состав бамбук, я не помню сколько процентов, бамбук и эластан или что-то вот такое. В общем, такие вот трусишки. И вот такие вот не знаю, как это прочитать. Вот такая фирма. Ну и тоже аналогичный состав. Вот такие вот еще. Так что сына я обеспечила еще нижним бельем. Ну и добрались мы теперь до девочек. Заказала вот я вот такую туничку Наташи. 46 размер. Это кулирка 100%. 100% хлопок, кулирка. Туника душечка называется. Рианна. Трикотаж. М душечка Рианна. Вот такая модель. Ну давайте посмотрим. Я думаю, надеюсь, Наташе понравится эта расцветка. Она все-таки какая-то вот такая вот веселенькая, весенняя, классная. О, какая классная туничка. Это вот для дома, ходить дома. Смотрите, здесь немножко плечика приспущено, но рукава нету. То есть вот как короткий рукав, да, идет. Смотрите, какая веселая, классная расцветочка. Туничка идет чуть-чуть приталенная. И она не длинная. Внизу идет как немножко в боках чуть-чуть приподнята, да. Вот так вот она идет. Вот такой низ. Моя девочка. И ткань такая приятная, такая нежная ткань. Я надеюсь, Наташе подойдет размер. Ну, по крайней мере, насколько я помню, размер у нее 46. И вот здесь такие еще внутренние есть кармашки с двух сторон. Такие вот. Вот такая симпатичная. Прямо вот не знаю, не на любую. Цвет такой замечательный. Все. Это вот Наташе будет подарок к 8 марта. Ну и внучке моей обязательно тоже подарок. А у нее тоже аналогичная туничка. Так что они с мамой будут вместе в квартире ходить в одинаковых туничках. Настя заказала 128 рост, потому что такие тунички, они начинаются с роста 128 сантиметров. Настя чуть-чуть пониже. Но я думаю, для дома туничка она такая пойдет. Я при том, ну это как на 8 лет.
я уже брала ей туничку на 8 лет, и костюмчик я брала. Тоже, кстати, похожие расцветочки. Настя полюбила этот костюмчик, она с ним теперь не расстается. Вот, и вот я увидела такую расцветочку, думаю, Насте тоже понравится. Такая вот туничка. Здесь коротенький рукавчик, вот такая вот горловинка. И вот такая вот туничка. Вот она. Кармашков нет, но они дома ей не нужны. Вот такая вот красотень. Так что у них с мамой теперь будут похожие тунички. Я думаю, Насте она, в общем-то, уже даже подойдет. По плечам будет она точно нормально. По длине, если она будет доставать колено, ничего страшного. Все равно Настя очень быстро уже растет, быстро тянется. И при том, что это вещь для дома. Модель МТД-21. Туника. Размер 68, рост 128. Состав 100% хлопок, кулирка. Все, прекрасно, отлично. Вот такая замечательная ткань. Одинаковая вот как у мамы, так и у Насти. Это такая кулирка, она такая вот мягкая. Бывает кулирка разная, она бывает чуть-чуть погрубее, а бывает понежнее. И вот это вот такая вот нежная, хорошая, замечательная ткань. Класс. Мне нравится. Ну и еще я ребятам тоже для их семьи на подарок им решила заказать полотенчика. Полотенчики просто, чтобы освежать их, периодически менять. Вот мне понравилась такая расцветочка, бирюза, по-моему, да? Полотенце махровое 50 на 90, светло-зеленый. Это Туркменистан, 440 грамм на метр квадратный. Косичка. Косичка имеется в виду, вот тут вот идет как косичка плетеночка. Так, ну... Я раскрою, потому что я хочу вам показать. Вот такое полотенчико. Вот такая косичка. Ну, покажу я вам поближе. Ну вот и все, мои хорошие, все подарочки, все покупочки я вам показала. Мне подарочки и покупочки все нравятся. Надеюсь, понравятся тоже моим родным и близким. Меня часто в комментариях спрашивают, почему я не делаю подарки, не делаю заказы и подарки для своей дочки и внука. Ну, потому что моя дочка тоже постоянно, регулярно делает заказы в Васильке. Поэтому она сама лучше знает, что ей там нужно заказать. И я ее не удивлю. Если что-то закажу, в общем, может быть, даже то же самое, что и она сама. Поэтому я ей подарки делаю уже и ей, и внуку, уже из какого-то другого источника. Так что не переживайте, внук и дочка без подарков не останутся. Ну, а я на этом хочу видео подвести к концу. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Заходите по ссылочке, и вы обязательно найдете много интересных вещей. Там постоянно обновляется модельный ряд. Размеры есть разные, есть большие. Есть для огромных самых людей, там вообще и 70-й размер разные. Поэтому можете заказать и сделать подарок близким или для себя. Домашняя одежда, трикотажная одежда, хлопок, натуральные ткани и постельное белье, и одежда мужчинам, женщинам, детям. В общем, много-много всего интересного есть. И также товары для дома, и полотенчики, и пледы, и так далее. Поэтому заходите туда и выбирайте что-нибудь интересное, обязательно найдете. И подарочки к праздникам, которые уже праздники у нас все на носу. Ну, я видео заканчиваю. Пишите комментарии, кому понравилось что-то из вещей. Цены я буду указывать, как обычно, вверху. Модели я вам назвала уже на все вещи. Если что-то упустила, ну, можете написать в комментариях, спросить. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.